Товарищи, безобразие творятся в ТикТоке. Как женщина может назвать себя женщиной, если просит на себя покакать? Почему титькастые бабы набирают больше лайков, товарищи? Хотя тема сисек при этом не раскрыта. Теперь о мужчинах. Мужчины, вы почему бухаете в пятницу, а похмеляетесь в субботу и в воскресенье? Прекращайте бухать, а на сэкономленные деньги купите поздравления в студии «Парадист». Thank you.